Михаил Поплесис. Но видно, что человек уже знаком с нашей методикой. Пишет, точка 5 лет, кашель, температура неделю. Копия моя, помочь не получается. Ну, видно, что человек уже знаком с методикой. Там есть для новичков, говорю, такая глава, которая называется «Механизм передачи наследственных признаков». И суть заключается в том, что, во-первых, каждый ребенок является энергоинформационной копией одного из родителей. Вот. И до полового созревания он пребывает или повторяет один к одному состояние внешней полевой структуры вот того родителя, чьей копией он является. Ну, посмотрим. Поэтому надо вас продиагностировать в первую очередь, если вы говорите о том, что ваша дочка – ваша копия. Так. Ну, с чакрами у вас все благополучно. Значит, причина проблемы заключается в деформациях полевой оболочки. Смотрим. А у вас у самого что, кашля нет? Дело в том, что у вас поле отсутствует спереди. Оно у вас и слева, и справа имеет очень маленькие размеры. Все поле находится что? Сзади. Соответственно, легкие бронхи оказываются в зоне недостатка. Вот эта картинка. Что это за программа, которая к этому приводит? Это готовность к опрометчивым действиям. Человек живет по программе, если не я, то кто? Ну, как наши доблестные воины, воздушно-десантных войск, девиз которых никто, кроме нас. Понимаете? И вот подобная программа, она как раз и приводит к такому состоянию. В принципе, я это называю синдромом Александра Матрусова. Да? Человек готов грудью броситься на амбразуру. Дело в том, что я так понимаю, что ребенок болеет, а папа пока еще не болеет. Понимаете? Ну, ребенок, он более чувствительный. Температура поднимается в данном случае, ну, потому что идет воспалительный процесс. Это вообще говоря хронический бронхит вот об этом. Либо может быть вообще воспаление легких при такой конфигурации поля. Ну, а температура поднимается, ну, она, естественно, поднимается, когда идет воспалительный процесс. Но печень попадает в зону недостатка энергии. А именно печень является регулятором температуры нашего тела. Понимаете? Поэтому для того, чтобы ребенок выздоровел, да, мы сейчас мы проверим, у ребенка такая же конфигурация. Вы, кстати, не указали, как зовут вашего ребенка. Я попробую ее продиагностировать. Так. Кто это у нас? Так, Поплесис Михаил. Ну, у девочки та же конфигурация. Поэтому, пожалуйста, вот откройте книжку, там, где эта картинка, и там я как раз подробно написал о том, что вызывает подобную деформацию, ну и как от этого избавиться. Ну, первое, что идет на ум, это что? Перестать бросаться грудью на амбразуру. Никто, кроме вас. Понимаете? Умение распределить обязанности и умение ну, заставить других выполнять свою часть работы. Вот это то, что мы должны делать. А вы такой человек обязательный, ответственный? Или вы действительно не имеете никакой поддержки, что сами в каждой бочке затычка, извините? Вот. Либо просто у вас такой характер. Ну, вот видите, вам показывают. Готовность броситься на амбразуру. Не торопитесь бросаться на амбразуру. Остановитесь, подумайте. Найдите обходные пути для решения этой проблемы.
Поэтому я думаю, если вы с этим вот справитесь, то и ребенок ваш буквально за считанные часы перестанет кашлять, даже сразу перестанет кашлять.